Ну где же эта кофта? О, вот же она. А это еще что такое? Синди! Черт тебе, я губы крашу. Ты опять мои шмотки брала? Я же говорила, не смей их трогать. Ой, больно мне нужны твои шмотки. На кофте след от твоей помады. От моей? Сама испачкала и меня обвиняешь? Да. След от этой помады. А нефиг свои тряпки на мою кровать класть. И чё ты опять за морозилку в моей комнате устроила? Это и моя комната тоже. Какую хочу температуру, такую и ставлю. Ах так! Ты офигела? Хана тебе, ледышка! Мой прекрасный завтрак. Кладем колбаску, помидорчик, немножко зелени. Неужели спокойное утро? Отдай пусть! Мой завтрак! Не отдам! Мне холодно! А мне жарко! Дай сюда! Не отдам! Хватит! Вы что устроили? Ну, мам, она опять жару в комнате устроит. А она ледняковый период. Ну, молодцы, сломали пульт. Это все ты. Не ты. А ну-ка, успокоились. Достали меня. Никаких карманных денег. На неделю. Ну, мам. А ну, тихо. Марш в свою комнату, пока я вас под домашний арест не посадила. Капец! Ну и цены тут! Денег хватило только на стакан молока! А меня мама вообще карманных лишила! Ого! А за что это? Уф! Оно даже не растительное! Ешь, не нуди! Ух ты! Спасибо, Ники! Так что случилось? Это все из-за Синди! Я устала жить с ней в одной комнате! От нее даже спрятаться негде. А как же вторая часть вашего дома? Там же по-любому есть комнаты. Ага, только там еще ремонт, и мама не разрешает туда ходить. Говорит, может крыша обвалиться. Ой, та на сто просто придумывает. Сделаешь себе там тайную комнату. А это вариант. И ни мама, ни Синди не будут знать о моей тайной комнате. А я говорила, что я гений. Ага, только в основном выглядишь тупее блондинки. Что? А, не-не, ничего, говорю, что ты очень умная. А то. Я уже наелась, пойдем отсюда. Угу, только сначала умойся. Зачем? Готово. Да уж. Идем уж. Эта часть дома такая огромная. Дженни, ну спалят. Я молчу. Ну, Дженни, нас так точно заметят. Упс, я случайно. Какая же ты неуклюжая, как слон. Слон? Я потолстела? О, смотри, какая-то комната. Идем. Да, выглядит, конечно, так себе. Да ладно, сейчас все обустроим, будет красота. Да ты можешь не орать. Ой. Ну вот, кто-то идет. Прячемся. Кто тут шумит? Девочки? Здрасте, мисс Нэнси. Я же говорила, что в эту часть дома не ходить. Еще и такой сон прервали. Сон? Не, сон продолжается, да. В смысле? Вы же меня разбудили. Ну ты чего, мамочка? Мы же во сне. Да? Ну конечно. Ники же не могла сюда без спроса войти. И правда? Да. Вот, держи подушечку и возвращайся в кровать. А то вы проснетесь в этой части дома и испугаетесь. Действительно. Какие вы умные девочки. Вот это...
это принесло. Идеально сработано. Ауч! Ники, достала свою косметику оставлять где попало. Бесит. Блин, скоро Гарри придет. А это еще что? Фу! Она еще и моей расческой пользуется. Да чтобы она провалилась. О, бог. И тебе привет. Ага. А ты чего такая злая? Не твое дело. Ладно, понял, молчу. А будем фильм смотреть? А для чего я тебя еще сюда позвала? Садись давай. Я, кстати, вкусняшки принес. Кукуруза! Ты в своем уме? Я просила чипсы! Извини, прости, я забыл. Болван! Дай сюда! Вау! Ты прям волшебница! Ага, фильм включай! Хорошо. Ты посмотри, что вытворяют! Эй, ты чего? Как-то слишком тихо. Ники же дома. Ну так, может, она занята чем-то? Ага, сейчас. Она явно что-то задумала. Идем проверим. Идем. О! Смотри, что я нашла. Бумагу? Зачем? А, это ты вместо обоев поклеить хочешь, да? Вот глупая. Нет, конечно. Смотри. Какая красота. Я сейчас много таких сделаю и украсим комнату. Будет прям как снежное королевство. Класс. Еще одна. Какая красота. Ага. Вот ты где, сестричка. Синди? В запретную часть дома, значит, зашла? Знаешь, что тебе за это будет от мамы? Ты что тут делаешь? Не твое дело. Мы тут делаем тайную комнату для Ники. Шанни, ты че? Ой. Я тоже хочу тайную комнату. Решено. Я забираю эту себе. Но это моя. Я даже ее украсила снежинками. И этот мусор ты называешь украшением? Ты что натворила? Вали давай, пока я тебе волос не подожгла. Лучше пойдем, Никит, другую комнату найдем. Я тебе еще это припомню. Вали, вали. Она мне всю жизнь портит. Ну перестань, просто найдем другую комнату. Она у меня все забирает. Вещи, косметику, а теперь же это. Так ты же ее вещи тоже берешь. Ты не понимаешь, это другое, тоже мне подруга. Прости. О, вон, смотри, там еще дверь какая-то. Пойдем посмотрим. Ну вот, видишь, отличная комната. Та была лучше. Шевелись, Гарри. Да иду я, иду. Просто очень тяжело. О, Ники, неужели рыдаешь? Тебе показалось. Ага, рассказывай. Ну и комнатка у тебя, конечно. Жесть. Ой-ой-ой, я сейчас ее украшу, и будет лучше твоей. И не мечтай, лузерша. Синди, может пойдем уже? Не тяжело все это держать. Нытик, идем. Вот же коза. Так, Джень, пора начинать. Тут? Не туда. Вот тут? Здесь некрасиво. Может, вот сюда? Ты совсем? Здесь света слишком много. Давай туда. Но я же уже ставил тут. Я, по-твоему, глупая, что ли? Нет. Ну и парень у меня вывесил.
Принеси мне что-нибудь вкусненького. Надо успокоиться. Одну секундочку, уже несу. Я принес мороженое. А откуда хот-дог? Ты б еще дольше нес. Мне что, голодной сидеть? Ну, прости, я спешил как мог. Давай сюда свое мороженое. Что за фигня? Блин! Капец! Видимо, от твоей температуры растаяла. Отойди! О, хот-дог, хот-дог. Причёс! Горячо! Я принесла воды! Чё? По-твоему, этой бутылки хватит помыть полы? Печёт! Жжётся! Помогите! Воды! Ох, спасибо! Это ел хот-дог Синди, а он очень острый. Она же всегда в еду добавляет кучу табаско. Огромное спасибо. Ну молодец, Дженни, теперь у нас совсем нет воды. Как красиво получается. А ты говорила, комната ужасная. Ой, мало ли, что я там говорила. Ой, я так проголодалась, может поедим что-нибудь? А тебе лишь бы поесть. Ладно, сейчас принесу. Ура, пицца! Да что ж такое? Как вкусно! Ты что, ее заморозила, что ли? Ой, видимо, по привычке. Ну ты же знаешь, что я не могу такое есть. А я могу. Обожаю запеченную курочку. Кнопка что ли не работает? Да как так? Поужинали, блин. Еле отмыла это расставшее мороженое с лица. О, Синди, вот ты мне как раз и нужна. Микроволновка сломалась. А я тут при чем? Я микроволновки чинить не умею. Просто поджарь курицу. Главное не жечь. И чего я раньше тебя об этом не просила? Умница, дочка. Ого, а за что ей такие комплименты? Смотри, как твоя сестра курочку поджарила. Фу, сок теплый. Отлично, Ники, спасибо. Так-то, Синди. Кстати, я вас первый раз за сегодня вижу. Где вы прячетесь? Нигде. Вы что, ходите в запретную часть дома? Нет, мамочка. Ты что, конечно нет. Ну смотрите мне, иначе я на месяц посажу под домашний арест. Почему я должна таскать эти инструменты? О, Дженни, а ты не видела Синди? А то ее уже долго нет. Не-а, не видела. Ух, какой же тяжелый. Ой, так давай я тебе помогу донести ящик. Правда? Спасибо, Гарри. А ну поставь на место, быстро. Ники, ты чего? Он задумал что-то испортить нам. Синди, это ты его подослала? Просто решил помочь Дженни. Синди тут ни при чем. Что? Ты помогаешь моим врагам? Ты обалдел? Уже поздно, я домой. Увидимся завтра в школе. Гарри! Чё ты ржёшь? Убежал твой помощничек. Ой, я тоже, наверное, пойду. Так устала. А тайная комната? Продолжим завтра после уроков. Пока. Нам тоже спать пора. И знаешь, что это значит? И что же? Я первая в душ. Нет, я первая! Это был последний раз, когда ты заходила в ванну первее меня. Еще чего? После тебя в ванной как в морозилке. Фух, что-то так душно.
А ты сама виновата. Забыла, кто ломал пульт от кондиционера. Зато мне в такой температуре отлично. Тогда я открою окно. Закрой и не подумаю. Мне дует, а мне жарко. Иди на улицу спать. Сама вали. Девочки, немедленно закройте окно. Ну, мам. Такой сквозняк устроили. Спать, быстро, и ни звука мне тут. Спокойной ночи, мам. Фух, как же тут жарко. О, точно, так будет точно лучше. Но сейчас я устрою доброе утро своей сестре. А может, это лишнее? Цыц, Гарри. О, идут. Всем привет. Привет. Блин, походу перепутала. Синди! Опять твои выходки. Так, что за шум? Урок уже начался. Все поняли? Да, мисс Бетти. Гарри, раздай результаты тестов. Что? У меня F? А у меня A. Это нечестно, мисс Бетти. Я же у него списывала. Вот за списывание тебе и F. Ники, что с тобой? Я не выспалась из-за жары в комнате. И теперь у меня ужасно болит голова. Даже лед не помог. Исправьте оценку. Что? Ты с ума сошла? Я тебе сейчас второе поставлю. Да хватит орать! Ого! Ну спасибо за помощь, сестренка. Спасибо, Синди. А теперь вы мне поставите хорошую оценку? Нет! Теперь я вам обеим поставлю плохие. У меня из-за тебя всегда проблемы. Сама ее заморозила. Да если бы вы не начали орать, у меня бы не разболелась голова. И я бы ее не заморозила. Ой-ой-ой. А это еще что такое? Дженни, о чем это вы тут болтаете? Парня моего увести вздумала, а? Нет, мы просто договаривались, когда лучше прийти, чтобы продолжить помогать вам с комнатами. Да, именно про это мы и говорили. Ну ладно. Гарри, можешь приходить в 5. А ты не забыла, что у нашей мамы сегодня день рождения? Не забыла. Я даже торт заказала. А Гарри придет как раз после праздника. Тогда Дженни тоже, приходи в 5. Кстати, сестричка, с тебя половина суммы за торт. Дома отдам. Пошли уже. Ну где там ваш сюрприз? Еще чуть-чуть. Можешь открывать. Ух ты! Какой красивый торт! С днем рождения! Спасибо, доченьки! Осталось зажечь свечи. Загадывай желание. Загадала. Давай помогу. Упс. Ну молодец, ты его заморозила. А ты его вообще сожгла. Это твоя вина. От тебя одни проблемы. Нет, от тебя. Прекратите, даже в такой день вы ссоритесь. Прости, мам. Ну как всегда, прости, мам. Я лучше отпраздную свой день рождения одна, в кафе. Ну, мам. Я хочу побыть одна. Ой, подожди, Дженни. О, привет, Гарри. Ты уже идешь помогать Никке? Ну да, а ты, я смотрю, подготовился. Синди, с тобой так повезло. В смысле? А, ты про цветы?
Так это я не Синди. Как? А, это их, наверное, маме на день рождения? Снова мимо. Эти цветы тебе. Мне? Да Синди все равно не нравились никакие букеты, что я ей дарил. А как я увидел эти цветы, они прям мне напомнили о тебе. Спасибо огромное, Гарри. Мне никто никогда не дарил цветы. Да где же этот Гарри? Уже на 20 минут опаздывает. Он просто сбежал от такой девушки, как ты. Очень смешно. Твоей подружки вообще-то тоже еще нет. Джейн меня не кинет. Ага, надейся. Эй, ты опять за свое! Ты меня бесишь. Не больше, чем ты меня. Ты совсем уже? Один-один. Вот мы и пришли. Ага. Ну что, пойдем? А, стой. А может, ну этих сестер? Ну Ники же ждет меня. А пошли лучше погуляем. Вдвоем. Я даже не знаю. Или в кино, или в парк, или в кафе. Куда хочешь, пойдем. А знаешь, я сама... Ну неужели вы соизволили явиться? Привет, Синди. Вы что тут топчетесь? Шевелись, Гарри, у нас много дел. Ага. Привет, Ники. Привет. Где тебя носит, а? Прости, задержалась. Опачки. А откуда цветы? Да еще и такие красивые. Да это я тебе принесла для оформления комнаты. Круто. Молодец. Теперь моя комната точно будет лучше, чем у Синди. Ну, да. Что зависло? Давай подушки расставляй. Ага. А как лучше? Ну так, чтобы красиво. Так? Отойди. Вот так вот надо. Теперь так уютно стало. Правда, чего-то не хватает. А ты права. Точно, не хватает моего пледа. А ты чего приперлась? За своим пледом. Вообще-то он общий. Я первая за ним пришла. А я первая о нем подумала. Вы же его сейчас порвете. А твоя глупая подруга права. Надо решить честной игрой. Я с тобой играть не буду. Ты мухлюешь. Тогда у нас остается только один вариант. Давай, Дженни, не тупи. Давай, Гарри. Проиграешь, тебе хана. Гарри! Мой пледик! Идем, Джень! Как ты мог проиграть? Да я не специально! Плед все равно будет моим! Ники! Только не это! Да, молодец! Стоять, Ники! Отдай плед! По-хорошему прошу! А ты попробуй забери. Девочки, хватит! Это уже слишком! Меня достала такая сестра, как ты! Это ты меня достала! Ты у меня и так все забираешь! Плед мой! Нет, моя комната должна быть лучше! Тебе плед не поможет! Это не твое дело! Да прекратите же вы! Посмотрите, что вы сделали с Гарри! Как холодно! Да и пофиг на него! Вот именно, что вам пофиг! Тебе плевать на своего парня! А не бросает он тебя только потому, что боится! И правильно делает! Тебе, Ники, тоже плевать на меня! Ты используешь меня и называешь тупой! С меня хватит! Мы с Гарри уходим!
Ну и валите! Обалдеть! Он меня бросил! Давно пора. Это все из-за тебя! Сама виновата. И что вы тут делаете? Мама? Я вам что говорила про наказание? Здесь плохая крыша, сюда нельзя ходить! Ничего же не случилось! Еще и бардак устроили! Мы просто хотели себе отдельные комнаты. Да, вместе мы жить больше не можем. Да вы что? Значит, пойдете работать, чтобы быстрее закончить ремонт. Работать? Ага, в мое кафе. Капец, я уборщица в кафешке. Сюда же все наши одноклассники ходят. Теперь с нас будет ржать вся школа. А это что за бред? Твои глаза, как два красивых изумруда. Дженни и Гарри встречаются? Эта крыса увела у меня парня. Ну, я ее устрою. И что ты задумала? Ну, она с моим парнем. Разнесешь мое кафе, из дома выгоню. Ну и ладно. Я так рад, что мы вместе. Я тоже. А еще рада, что Ник и Синди теперь уборщицы. Ага. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and